На курорте установилась жаркая погода. Температура воздуха на улице колеблется в районе 30, а в салонах автобусов, особенно если они переполнены людьми, столбик термометра поднимается еще выше. Общественники, написавшие письмо на имя глав Минтранса и Роспотребнадзора, просят проверить автобусы в Сочи. По их мнению, в городе используют устаревшие модели, не оборудованные кондиционерами. Такие автобусы активисты просят убрать на летние месяцы. Прошу вас организовать проведение инвентаризации транспортных средств пассажирских перевозчиков города Сочи, а именно ООО «Балтранс», «Экспресс Авто», ООО «Трасса», «Бумер», «Транссервис 6», ООО «Автотранспортник» на предмет превышения норм температуры воздуха в период июнь-июль-август в дневные часы с 10 до 18.00.